город, понимаем, что мы должны доверять тем, кто будет на наш спектакль. Поэтому вот приехав сюда в Баку, мне кажется, мы просто мечтаем найти какой-то отзыв у зрителей, потому что ваши зрители, они, наверное, очень эмоциональны, они согреты солнцем. И мне хочется, чтобы частичка вот этого солнца, которым согрета ваша страна, ваш город, ваш театр, ваши люди, она передалась нам, потому что всегда, когда приезжаешь в новое место, ну, ищешь какие-то точки притяжения. И я надеюсь, что сегодняшний зал нас полюбит, нас поймет, примет нашу историю, потому что она трогательная, она о любви. А любовь – это то чувство, которое объединяет людей. Ну и спасибо вообще этому городу, этому театру, что нас приняли, потому что к нам так относятся, это восточное гостеприимство, это широта души. И то, как нас принимают, спасибо большое. Нам только кажется, что все, что происходит вокруг нас, происходит только с нами, и только так, как у нас. И что ж там? Дальше. Если вы знаете, скажите, вот по этой вашей схеме. Здравствуйте, много глубоко уважаемая, дорогая наша бакинская публика. От всего моего широкого русского сердца хочу пожелать вам море ярких впечатлений, таких как наш спектакль, например, «Ванна лепестков роз», и ярких эмоций в жизни, потому что без этого жизнь наша скучна и обыденна. С вами была Анжелина Каренина. Я рэп читаю, рифмы сочиняю, лежа на боку. Вот, например, какой прекрасный город. Первый раз в Баку, и надеюсь, что не последний, потому что вот мы вчера приехали в этот город, сегодня встали пораньше с утра, пошли гулять, во-первых, красивый, во-вторых, доброжелательный народ, в-третьих, прекрасный театр, и мы надеемся, что не только мы вам понравимся, да, а что и спектакль нашего театра вам понравится, то, что вы будете нас приглашать и еще раз очень много приглашать. Всегда рады, всегда пожалуйста, зовите, всегда приедем, всегда готовы порадовать бакинскую публику своим творчеством. Ну, что я могу пожелать? Я могу пожелать тепла, солнца, любви, конечно, и радости безграничной, постоянной. Вот и все.